Мы сейчас на самой высокой точке Милана, на куполе собора Дуомо. Наблюдаем движение внизу на площади у галереи Виктория Эммануила. Это замечательная галерея торговая, которая явилась прообразом нашего ГУМа московского. Именно в подражании этой галереи построен был ГУМ. Вот такой вид на город. Смотрим. Синее небо, шпили готические собора пронизывают эту синь. На шпилях статуи общественных деятелей, святых. Вот самая высокая точка – это это скульптура Богородицы, Мадонна. Вот она, вот там она виднеется, в высоте 4 метра высотой, вся из золота. Вот здесь на крыше много туристов, которые снимают лучшие свои кадры, лучшие свои фото. И мы тут с Полиной. Весь Милан перед нами. И там вдали горы, Альпы. И вот этот собор Дуомо по красоте соперничает с Альпами. Можно сказать, повторяя эти вершины в своих устремлениях к небу. Внизу суетливая толпа шумит, гудит. Великолепие такое. Архитектурное и природное.